Сегодня в Брюсселе королевство Бельгии, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Куньо Микури. В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы партнерства Таджикистана со Всемирной таможенной организацией. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества и подчеркнул, что правительство Республики Таджикистан с первых дней независимости осуществляет реформу во всех отраслях торговли и экономики. В этом процессе также будет уделено внимание постоянному усовершенствованию таможенной деятельности. Была выражена уверенность в том, что результат этой встречи станет новым шагом на пути укрепления и расширения эффективных двусторонних связей. В ходе встречи стороны обсудили вопросы совершенствования таможенной администрации, ее автоматизированной информационной системы на современных технологиях, модернизации таможенной инфраструктуры и развития потенциала людских ресурсов в области таможенного дела. В этом контексте была отмечена необходимость активизации взаимовыгодного сотрудничества со Всемирной таможенной организацией для повышения профессионального потенциала сотрудников таможенного учреждения Таджикистана. На встрече была обсуждена реализация принятых актов в рамках организации, в том числе Международной конвенции об упрощении и координации таможенных процедур Киото 1973 год, соглашение об упрощении процедур торговли 2013 год и соответствие Таможенного кодекса Республики Таджикистан требованиям, указанным в Конвенции и соглашении. Было отмечено, что в 2018 году Таджикистан принял нормы ввозных таможенных пошлин в соответствии со стандартами Всемирной торговой организации. Таможенные и налоговые льготы и поддержка отечественных товаропроизводителей способствуют устойчивому развитию национальной экономики. Они также заложили основу для увеличения объема производства отечественных товаров и улучшения инвестиционного климата. В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования законодательства на торгово-экономической арене и реализация государственной политики поддержки экспорта. Была выражена уверенность в том, что полный переход к международным стандартам, разработанным и предлагаемым Всемирной таможенной организацией, внесет существенный вклад в увеличение торгового оборота и импортной части государственного бюджета, а также в развитие экономических отношений с сопредельными и региональными странами.